Хейл, гайс, с вами Шмики. Мы продолжаем проводить игру под названием BioShock Infinity, DLC Морские могилы, эпизод 2. Что, я нашел, короче, где находится. Вот, оказывается, около трубы, здесь, снизу. Так, вот у нас... Так, соли. Позволяет частично восстановить запас соли за счет поглощения урона. Такой себе. Так, ну что, теперь мы с вами можем с чистой совестью идти и исследовать все. А, подождите, это как раз та же комната, да? Только с другой стороны. Так, подожди. А как мне туда попасть? Только через дверь, да? Но я фиг знает, как открыть двери. Типа проход только один. И там как бы запись. Запись я забрать не могу. Видно, Финки и Сушонок вели совместные исследования. Как Люци, портреты и разные реальностей. О, это костюмы типа больших папочек? Типа первые роботы. Это слишком сложное место, на самом деле. Пожалуй, все сходится. Маленькие сестрички, большие папочки, соловей и я. Константы и переменные. Чувствую, что здесь будет что-то здоровое ходить, бродить. Так, а клетки? С кем? Ну, либо держали в таких клетках людей. Что было бы... Пиздец.
Да, стрёмное место. Это горилла? Букер, что все это такое? Империна. Запрещен. Если разлучить новорожденного шимпанзе с матерью, она может привязаться практически к чему и что угодно. А зачем это Фрэнку? Соловей. Он хотел, чтобы у него возникла привязанность ко мне. Ну, насколько я помню, эту проблему он решил. Вот оно что. Да, снова вариантов у нас будет много, где посмотреть, что изучить. What the fuck? Типа, тестировали как... Ядовитый газ какой-то тестировали. Что это? Формула оксидца. Это вещество, которое формирует связи между матерью и ребенком, мужчиной и женщиной. С Оливьем маленьким. Похоже, нет. Финк решил, что это неподходящий вектор. Натуре дизонор. Вау, бля. Бедняжки. Финку не удалось сформировать привязанность. И он бросил их умирать. Если они будут вырываться, это будет стрёмно. Поэтому я по прямой я не хочу идти. Так, запомнили, здесь вода. Импринтинг не удался. Не может такого быть. Они привязали ко мне соловей. Это точно. Как? И это было давно. Он со мной, насколько я все помню. Какого размера должен быть человек, чтобы поместиться в эту птицу? Похоже, прототип или вроде того. Это человек? А какая разница? Да, места здесь проходов до хера на самом деле. Они приняли к соловью, и как? Примерно так, как ты себе представляешь. Гипноз. Мы же знаем, что сейчас будет скример, да?
Букер. Та девочка на экране. Это я. О боже. Я помню, он был. Он врезался в башню, кажется, с кем-то дрался. Я ждала там и думала. Думала, не знаю, может что-то произойдет, но... Но он просто лежал и стонал. Я не могу. Лев снова на лапе. Вот тебе и наука. Нужно было его бросить, просто умирать. Я никогда этого не... от этого не избавлюсь. Эксплуатируемы. Эксплуататоры. Я, Камсток, ты, Салли. Это словно кровавый, не оставляющий жирного. Так, хорошо, и что мне с этого хотят сказать? Я хочу вам сказать то, что у меня пропала возможность становиться невидимым. Сейчас будет скримакс. Это, видно, и есть те генетические образцы, которые нужны сушенку. Он отправил тебя сюда за пучком твоих же волос. Он не знает, что это я, та девочка, в котором привязался соловей. Но он уверен, что разгадал кровность ДНК. Такие люди, как сушенка, забывают, что живые существа способны к замене. Измене. Я очень жду, и я знаю, что сейчас скоро начнется какая-то жопа. Элизабет, пора возвращаться. Открыто. Проверьте, есть ли ценность для экспериментации. И скажите, остановившиеся солдаты. Рассыпаться. Вот какие фрезы. Ну, в принципе, не так уж их тут и много. Так, пока ты дойдет, я оглушу этого. Замечу, что те двое стоят на месте. Он двигается. Ну, они сломали этого робота. Но я все равно хочу изучить, если здесь только вот это проход и все. То... Ну, по сути, туда мне не надо, потому что там все изучено мною. Thank you.
Найс. Так, ну получается все, да, мы изучили здесь это место. Ладно, мне похер. Так, мне пришло в голову, что открытие связанное с Соловьем. Позвольте по-новому взглянуть на мое сотрудничество с доктором Азиатом. Что еще мне кажется дать это партнерство? Какие ответы, помимо тех, которые я смогу получить? Сушонка предлагает мне лишь объедки, и Еремии и Фенку нужны сочный кусок мяса. Надеюсь, они снова не восстановились. А, найс. Пиздец. Я думал, только там один. Плевать на тут кусок арбалета. Просто то количество, которое там сейчас снизу находится, это жопа. Выбираемся, короче, наружу, на наш корабль, в портал. Ну, получается, я одно улучшение не нашел все-таки, как я понимаю. Как думаешь, у Дейзи на самом деле был выбор? Ты о чем? Прямо сейчас я втыкаю ей ножницы в спину, чтобы защитить ребенка, которому она не собиралась причинить вреда. Она приняла решение умереть за революцию. А я? Столько миров, столько возможностей. Но было ли у меня когда-нибудь выбор? А у тебя? Да.
Букер считал, что выбор всегда есть. И смотри, к чему это привело. Прямиком к тому, с чего мы начали. Все эти бесконечные вселенные. А мы в итоге кружим старыми тропами. Я не понимаю. Отец имел... меня продал, чтобы погасить долг. Комсток заточил меня в башню. А я продала Салли. Ради чего? Ради мести? Чтобы что-то доказать? И тем не менее, ты здесь. Пришла заплатить по счетам. Но найди мы ее. Не за этими ли теперь зло? Не повторяйте. Букер, уже ты решай точно, так же решение судьбы было бы твоим. Восторг работать на детях, на девочках, в чьих животах копится золото. Не разорвать это порочный круг. Если повезет, я смогу лишить, пробить брешь. Так, стоять, мы здесь были, в чем прикол? Так, ну я там за воротами никого... Ой, блин, это же нам сейчас еще наверх подниматься. Тут время сколько. Ну, повезло. Этого здоровяка до этого не было. Что-то мне херовое ощущение. Походу, здесь пока меня не было, были сражения. А, да, это ж мы её убили. Красивая дама имеет волосы. Сделка есть сделка. Неси их сушёнгу. Ну, походу, я все равно не все собрал, потому что у меня не хватает одного почему-то улучшения. Поэтому есть вероятность того, что... я снова не смог пройти DLC-шку на 100%. Ну, блин. Узнать, точно ли все собрал. Красивая дама кладет образец волос в трубу у дверей. Тогда дело закончено. Что там происходит? Кровопролитие, насилие. Но это и не имеет отношения к делу. Так, ладно. Сушёнок! Сушёнок, у нас договор. Открывай. Ты знаешь, как называется тот, кто входит в чужой дом без приглашения? Вор. Вроде бы я не приглашал тебя в свой город. У меня договор с Сушёнком. Ян Сушёнок мой работник. У него не было полномочий заключать подобные договоры. Что тебе нужно? В минуту слабости, предоставляющему бежище Атласу и его проником. А ты служишь тем же людям, желая избежать моего величия души. Как раз они и хотят убежища. Их ликвидируют. Дай паразиту палец, он отпустит всю руку. Я просто ищу девочку, которую у меня отняли. Маленькую сестричку. Ее зовут Салли. Я даже не пытался понять, кто ты. Но ты не такая, как другие. Мы можем сотрудничать, поэтому я даю тебе выбор. And so I give you a choice.
Работай на меня. Или умри с Атласом. Без девочки я не уйду. Если не просто нужна сестричка, это должно мешать... Не должно мешать ко мне. Без нее я не уйду. За дверью стоят мои люди, в отличие от тебя. Они знают код. Через 60 секунд они войдут в комнату. И будут обращаться с тобой либо как с ценным сотрудником Ryan Industries, либо как с вором. Сообщи мне, какой вариант ты выберешь. Наверное, то человек 6, а то больше. Нужно подготовиться. Я не могу засыпать комнату плазмидом и использую их ловушками. Букер, мне страшно. Ты их удушишь. 40 секунд. А знаешь, что я вижу в твоих глазах? Неуверенность. Зачем тебе эта девочка? Ну, 13 секунд. Знаешь, чем хорошие акулы? Они очищают море от слабых, больных особей. Люди, которые идут за тобой, очень похожи на эти величественных хищников. Там не посрать. В восторге они играют ту же роль, что и акулы в океане. 20 секунд. Ты сама все знаешь, но я напомню. Атлас не выполняет условия соглашений. В отличие от Эндрю Райана, я не могу спасти твою цель, но могу спасти тебя. О чем я? Время. Ты не герой. Ты не паразит. Ты просто дура. Эндрю Райан не тратит время на дураков. О чем мне? Я просто постою сейчас в инвизе, пока не пройду туда в комнату. Зачем мне отбиваться от кого-то? Так, ладно, если приманивать, то приманивать по очереди. Но они вообще ко мне не пойдут. Все равно какие-то странные они все. Почему я не должен обязательно их оглушать все? Ну они в противогазах, по сути, поэтому... Not in the mood for this hide and seek. And he's right.
почти попадает. Окей. Я думал, будет посложнее. Подожди, а где еще один? This one's down for the count. We're not all easy targets, you get me? А тут еще один волшебник. Я победил твою акулу, Райан. Победила сильнейших, хотя это ты должен уважать. А теперь выпусти меня. Похоже, там настоящий ад. Что собираешься делать? Я не могу поместить частицу на полотне. Она просто его прибьет. Но все задание восторга опускается на цепное кольцо. Прикреплено к чему-то. Ты здесь, Райан получил свое гремело, нас убить. Или ты. Если у тебя есть в запасе какие-нибудь фокусы, фокусы, то тебе их лучше применить. Похоже, что основное соединение, то смогу поднять здание со дна. Кстати, я занял кабинет этого мерзавца, так что у тебя будет доступ к его лучшим лифтам. А теперь иди быстрее. Слушайте, давайте... Мы знаем, что Атлас это и есть Эндрю Райан. Ладно, давайте сделаем таким образом. Я закончу, если там будет коротенько, я соединю. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, всем пока.